Что-то я не ожидал, что так получится. Ребят, всем привет, с вами, как всегда, Джимбо Макс, и у нас сегодня необычный видос будет, в котором мы будем с братом играть на плойку пятую. Если вдруг кто-то не знает, то не так давно на консоли своего брата, а именно на консоли Xbox One S, я удалил FC клиент. Я просто хотел проверить способ, а можно ли перекидывать с консоли на консоль данное приложение, в итоге я прогадал. Смотрим, потому что приложение он тоже показывает, и их тоже можно скопировать. Опа-на, не понял. В общем, он долгое время меня заколебывал тем, что я ему удалил это приложение, потому что приложение все-таки топовое, офигенное для просмотра фильмов. И в итоге он мне предложил такой, так скажем, спор, я даже не знаю, как назвать. Короче, условия. Мы играем в UFC 4, и если он меня вырубает или выигрывает, то я ему покупаю плойку 5. Я, в принципе, подумал и решил, что как бы на шанс 50 на 50, и он меня вырубает, и я его вырубаю. Но все-таки я больше его вырубаю, поэтому как бы я и согласился. В итоге в этом видосе вы увидите битву века, и надеюсь, я выйду из нее победителем. Очень надеюсь, потому что я не хочу покупать плойку пятую. Но перед началом видеоролика хочу порекомендовать канал девушки, которая за своей работой попробовала, что такое видеоигры, и, как ни странно, полюбила их. Она завела канал, где делится своим мнением обо всем интересном и странном, что происходит в индустрии. Рассказывает про игры, в которые играет, и не боится сказать, что какая-то из них оказалась неинтересной. Часто записывает видео о новых консолях и полезных сервисах для геймеров, и в том числе про Game Pass, который, как вы знаете, реально крутая штука даже на ПК. Обязательно подписывайтесь на ее канал, так вы сделаете приятно, и реально контент очень интересный. Чего только стоит видос про день жизни кота-игрожорчика, который залипает в Fall Guys. Если что, ссылочка на канал будет в описании. И как всегда попрошу поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях ваш предварительный прогноз. И давайте начнем. Огромный! Ты готов? Да, сейчас телефон зарядку поставлю. Поставит он заряд. Давай быстрей! Ждать я еще должен. Всем здорово. Короче, вот мой братан, если что, вы видели его в одном из моих видео, ну а также я ему удалил FC клиент. Илюх, единственный вопрос, который меня интересует, зачем тебе плойка пятая, если у нас уже оформлен предзаказ на Xbox Series X? Ну, начнем с того, что мне удалил FC клиент, мне пришлось из-за этой собаки оформлять на ОКО подписку. Ну и плюс, я бы, наверное, в Uncharted очень хотел поиграть, God of War. Ну, в принципе, логично, хорошо. Плойка, по сути, ну, для эксов, нормально, потому что на Xbox вы в эти игры, к сожалению, не поиграете. Кстати, насчет онлайн-кинотеатра ОКО. Ловите промокоде, который подарит вам за 1 рубль подписку Optimum на 45 дней. Также по этому промокоду продление следующих 3 месяцев будет у вас по цене одного. Если что, промокодик я оставлю в описании, поэтому активируйте. Слушай, я понимаю, что как бы плойка это, наверное, весомый приз, как для меня и для тебя. И давай так, если выиграю я, помимо того, что ты просто забываешь про FC клиент, ты... Ну-ну. То ты... Ну, покупаешь либо пиццу, либо просто мне оформляешь подписку этот ультимейт где-то на год. Сколько она стоит? Примерно. Ультимейт 11. Пока. Ну, давай. Давай тогда на пиццу, давай на пиццу. Давай на подписку, чтобы честно было, действительно. Погнали. За кого будешь играть? За Макгрегора. А ты? Я либо за Гейджи, либо за Фергюсона. Почему? Не знаю, мне почему-то кажется, что мне за них сегодня повезет. Хабиба брать не хочу, потому что я не умею в UFC никак бороться, я нубяра полная. Вот, и либо Гейджи, либо Фергюсон. Ну, наверное, Фергюсон. Он по ударке сильнее, мне кажется. Хотя нет, он проиграл Гейджи. Короче, кого-нибудь возьму и те кобзец. Кстати, как думаете, кто из нас младше, кто из нас старше и на сколько лет? Младше. Так, с кого мне выбрать? Фергюсон или Гейджи? Фергюсон или Гейджи? В принципе, у них кикбоксинг. Скажу, у тебя нет никакого волнения? Так. У меня есть волнение, не знаю, ну, почему. У тебя, прям... потому что, скажем, убыток большой может быть. Выше большой! Кстати, давай так, стой, без дисковода. Почему? Ну, потому что она меньше стоит. Сколько она стоит? 38, по-моему. А та? А та 45 или 47, по-моему. Да ладно, небольшая разница. Да ты офигел? Вот он, кто сегодня победит. А ты проиграешь. Давай, наступай. Сыкотно, капец. На кону плойка пятая или подписочка. Подписка ультимейт, я от нее не откажусь. На тебе в пузо. Сыкотно, да? Сыкотно? Плойку-то, а, проигрывает? Так. Вот самое главное, не пропустить здесь с ноги в голову, потому что это может быть просто плачевно. Ай-яй-яй, опасно! Нет, тут, ну, знаете, как в голову с ноги вообще никак не прилетит. А вот живот тебя отобью. Так, тихо-тихо!
Вот почему у меня выносливость так фигарится, я не понимаю. Я вот почти не бью, а твой удар у меня снижает выносливость капитально. Ты в спортзале мало тренировался. Чего бы. Сейчас дал-дал, ушел. Дал-дал, ай-яй. Пришел. Дал-дал, ушел. Сейчас, погоди, один удар, и он тебя сразу вырубит. Блин, не-не-не-не-не-не! Тихо-тихо! Ты че, офигел? Как я вообще пропустил, я что-то не очень понял. Так вот, у меня выносливость, нужно капец как за ней следить. Опа, она, поймал, поймал? Не поймал. Ага, фигушки. Давай, идем сюда, идем, ко мне, ко мне, ко мне. Сейчас я стойку поменяю, через левшу тебя. Почему? Почему? Ты видал, кстати, это? Тебе повезло. И вот сейчас тебе повезло. Нет, я был в блоке. Вот сейчас, да, сейчас мне повезло, повезло, повезло. Так, ладно, смени стойку. Почему он пропускает? Илюх, чё за фигня? Давай, смотри, если я тебя вырубаю во втором раунде, ты мне ещё и Uncharted берёшь. Чё, с какого фига? Ну хотя давай, давай, а если я тебя во втором вырубаю, то тогда ты мне покупаешь... Не-не-не. Смысле? Не-не-не. Да-да-да, давай, давай, тогда это... Как ещё одну пиццу мне покупаешь? Либо в этом, либо в втором, потому что не хочу просто так в блоке стоять, нужно его вырубить как можно быстрее. Да у тебя блока уже там почти нет. У тебя он есть. О! Вот она! Пошла! Пошла, а? Не, не пошла. Пошла, пошла! Ух. Ну я, кстати, я почуял кураж, я почуял кураж. Ну вот, я вот не понимаю, как твои удары меня просто кладут вот так вот, скажи мне. Это профессионализм, Макгрегор. Да-да! Вот в этом раунде. Нет, не хочу, чтобы в этом раунде что-то случилось. Сейчас я эти двоечек накидаю. По-моему, вот ноги реже всего здесь залетает, потому что... Потому что мы в основном блоке стоим. Ну, правильно делаем. На! Вот! Вот почему у тебя выносливость остается? Когда ты меня... У меня просто вообще ничего не... Слушай, а если ничья будет? Чего? Не будет. С какого? А вдруг? А если будет, то что будем мы делать? Мы вместе закажем пиццу, напополам поедим. Ладно, давай так. И все равно забываешь про все клиент. Нет. Нет! Ой-ой-ой. Почему ты иногда он замахивается и... Выносливость я делал. Какая выносливость? У меня была полная она. Ты на мой смотришь, наверное. Нет, я же не дурак, что... Ай-яй-яй, вот апперкоты жесткие. Чё, нет. Не повезло вот тебе. Я вот не понимаю, вот как бы я шарахаю тебя, а в итоге не могу добить. Нет! Дал-дал, ушел. Дал-дал, ушел. Так, у нас 2 минуты, да? Да! И у тебя здесь капитальные проблемы, братан. Капитальные, я бы сказал. Опа-на, да? Проблемы имеются, но небольшие. Поднимайся, давай. Это нокдаун был. Опа, опа. Нет! На. Нет! Это было жестко. У тебя апперкоты как-то жесткие проходят, я не понимаю. Я вот, хотя я не бил апперкоты, может у меня сейчас пройдет. Опа. Пробил апперкотик, пробил. Вставай! Вставай! Телега, блин. Ай-яй-яй! Фергюсон, вставай! Ладно, проехали. Вот надо повнимательней быть. Потому что это жопа какая-то прям. Ой, повезло. Но я знал, что ты так ударишь, поэтому... Тихо! Ладно, так, без Uncharted-то. Минус Uncharted, окей. Ну, минус пицца, окей. Ладно. Все, третий решающий. Вот сейчас сыкотнее, прям вообще, сыкотно. Не трать энергию, она тебе еще пригодится. Ай-яй! Оп. Сейчас как в ухо тебе прилетит. Нет! Почему ты меня не добил? Я не люблю так. А, типа ты хочешь меня прям вырубить, да? Да тебе это не удастся. Ну, посмотрим. Ага. Так, я понимаю, что у меня вы... Нет! Сейчас я тебе через руку ударю. Локтем! Да локтем бей! Ага, все? Да, голова болит. Вообще! Идем сюда, а? Нет! Нет! PlayStation? Иди нахрен! Почему? Так, подожди, выбор, да, я не выбор. Стой! Да почему? Давай, мне звони потом там. Да блин! Бля!
Все честно. Ля коса. Я не понимаю, как он у тебя залетел. Понимаешь, вот удар с ноги, он был, я не знаю, молниеносный какой-то. Тактика. Какая нахрен тактика, она просто на шару. Понимаешь, я тебе весь матч дубасил, и просто бум. Типа я плойку должен покупать? Да. Давай заказывай. Честно, я думал, что я выиграю, потому что у меня как бы и настрой был такой нормальный, плюс я, ну, я тащил. Я тащил, ты упал ну, в несколько как? Раз сколько капитально. Сколько раз ты падал больше? Один раз я упал, да, серьезно. Но ты столько, капец как серьезно. Ты столько раз падал. Почему я тебя не добил, скажи? Давай пускай, вот когда эти люди будут пересматривать бой, посмотрят, посчитают, сколько раз ты упал, сколько я. Ну да, кстати, может написать в комментариях. Как один из плюсов то, что... Ты же мне хотя бы на обзор дашь ее? Ну, типа распаковочка какая-нибудь там вот... Ну да. Прям... 2000. Чего 2000? Стоит распаковка. Какого фига? Это PlayStation. Не, ну по-братски дашь мне ее распаковать. Плюс я Спайдермена могу купить. Давай. Поиграем в Спайдермена. Ладно, давайте, подписчики, пока. Давай заказывай, все, увидимся. Смешно. Чё-то я не ожидал, что так получится. Ну чё ж теперь, куплю брату, как бы спор есть спор. Проиграл. Плюс, конечно, в том, что у меня все-таки будет, наверное, обзор на канале, поэтому ставьте на колокольчик, кому интересно. Плюс в Spider-Man поиграю. Как бы, и у нас будет плойка пятая. Единственное, блин, мне надо будет ее найти без дисковода, поскольку, насколько я знаю, на сегодняшний день без дисковода они капец как заканчиваются. Плюс, блин, надо оформлять целый предзаказ, вот именно с полной оплатой. Большое спасибо, что посмотрели. Я надеюсь, вам понравился данный бой. Такой вот формат. Если вдруг вам зайдет, может быть, с Илюхой еще на какие-нибудь желания поиграем. Но не на плойку пятую, это что-то чересчур. Да. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение о данном событии. Вот, и большое спасибо за просмотр. Нахрен я согласился. Илюх, может, переиграем? Пошел ты.